В Корейской Народно-Демократической Республике открылся фестиваль дружбы советской и корейской молодежи. Многие из советских ребят, впервые приехав в Корею, встретили здесь уже своих старых знакомых и друзей. Правда, повзрослевших уже на 2 года. Ведь первый подобный фестиваль проходил в нашей стране в Ульяновске в 1986 году. Советская делегация возложила венки на кладбище корейских революционеров и к монументу советским воинам, павших за свободу Кореи. Она побывала на многочисленных, а их более 200, объектах 13-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Пхеньяне летом будущего года. Советские юноши и девушки вместе с корейскими сверстниками трудились в новом микрорайоне на юго-западе города. В этом микрорайоне через год справит новоселье более 20 тысяч пхеньянцев. Фестиваль дружбы советской и корейской молодежи продлится до 30 августа.